Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Атура. Трек называется «Не твоя». Этот трек победил на голосовании в нашем телеграм-канале. Поэтому, друзья мои, присоединяйтесь к нам, здоровым людям, участвуйте в наших голосованиях, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Также напоминаю вам о том, что у Максима есть игровой канал, где у него там что-то новенькое появилось. Еще сообщаю о том, что две моих книжки выложены на Литрес. Читайте, скачивайте, делитесь с друзьями. И донаты. Мы собираем донаты на новую камеру. И ссылка на все то, что я сказала, будет под этим видео. Прямо вот здесь. Итак, погнали. Ну давайте узнаем, за что вы там голосовали. Пожалеешь после, но точно знаешь, что тебе понравится. А я все так же нет ни рядом после. Хотя судить тебя не вправе, сам хотел, чтобы ты могла парить под парусами зарева. Но здесь тоскливо, здесь в груди, и будто воздух замирал от шепота твоих ресниц, от локонов до поясниц. Огласная мыслях до завтра. Так много врал, знаешь, но это правда. Ничего кроме, я сам виновен. Уводя к закату плоские мечтания. Тот же номер, я помню. А завтра вместо чувств останется лишь тайна. Во сне на палубе нас двое. Наш корабль будто бороздит моря. Как жаль, что я не твой, как жаль, что я не твой. Признать так трудно, что ты не моя. Не твоя, 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 не твоя. Я больше не твоя, я больше не твоя. Расплата вся, прости за слезы, я и сам потом расплакался. Да и не раскрозы. Я выбрал карусам, не хожу под вольным парусом. Плетусь и карусом по жизни размерен и не тороплив. Корабли. Меня манили, и я скоро влип. Корабли. Казались чем-то нужным, захотел повтора, блин. Да только затонувшие все эти корабли. А наш заброшенный, не чайки коршуны, сидят на мачте, взором меня коря. Я от стыда заплакал, дурак, бросился за борт. Только не плачь, ты сорвалась якоря. И кто теперь счастливее, неужто на дне моря? Ревел ливень, ветер был нем, а я для твоего судна больше не моя. Признать так трудно, что ты не моя. Во сне на палубе нас двое. Наш корабль будто бороздит моря. Как жаль, что я не твой, как жаль, что я не твой. Ну, друзья мои, вот знаете, что, вот как бы все хорошо, вот все должно, я должна сказать, все, десятка и расходимся, вот, но, вот мне кажется, что с текстом были проблемы, голос очень хороший, они оба очень хорошо сочетаются, и это было красивенько, а ее голос, красивый голос, его голос переплетался с ней, и все было хорошо. И было очень, как бы, и по музыке, было очень много переходов красивых, все было вот как бы мелодично, все это вот менялось, переплеталось, было все душевненько, вот все, вот сказала, все, десятка, блин,
Текст меня... Вот текст меня расстроил. Очень много было нескладно. Ну, то есть, как бы они вдвоем все вытянули. И атмосферно было, и все. Но было очень, как бы, вот много несклада. И мне кажется, было вот по тексту... я даже не знаю. Мне не хватило в такой хорошей песенке хорошего текста. Вот. Текст был культяпистый, и поэтому получилось то, что получилось. Вот. Ну, я как бы поставлю, наверное, я даже вот, если я сейчас начну разбирать и ставить баллы, то у меня получится высокая оценка. Я как бы вот хочу снизить ее за счет текста. Ну, давайте попробуем. Иногда текст играет важное значение. Вот здесь он играл, потому что, в принципе, они были выше смыслово того, о чем они говорили. Вот как-то так. Значит, по тексту я бы поставила 7 баллов. Вот я говорю, мне не хватило. И смысл был, и все, но какой-то он был культяпистый, недоделанный. 7 баллов за текст. За музыку 9 баллов поставлю. Атмосфера была тоже на 9 баллов. 25 баллов мы делим на 3, получается 8,3 балла. Ну, в принципе, 8,3 балла хорошая оценочка, но вот все-таки, когда у тебя есть талант, и ты и голос, и ты можешь красивенько спеть, выбирайте более складные какие-то песенки, стишки, друзья мои. Ну, от них вот, когда вот так ребята там горланят где-нибудь в подворотнях свой рэп, это одно. А когда вот выходит красивый голос девичий, переплетается с красивым пацаньим голосом, то здесь все-таки важно еще, о чем они там горланят. Всем пока.